Сердечки с воздушным желе, конфеты с помадкой и цукатами, пирожные и суфле. Попробовать изысканные сладости сейчас может каждый в магазине-кофейне от фабрики «Коммунарка». Шарики, флажки и десятки истинных фанатов шоколада. Так прошло открытие нового заведения в самом центре Гродно. После торжественного перерезания ленточки гродненцы попали в настоящий шоколадный рай. Посетителям предложили продегустировать новинки от «Коммунарки», а первым покупателям вручили подарки. Это уже 18-й фирменный магазин кондитерской фабрики в стране. Мы хотим сегодня познакомить гродненского покупателя с новинками, которые не представлены в обычной торговой сети. То есть это пирожные ручной работы, в которых маленький срок годности, всего лишь месяц. Мы хотим познакомить покупателя также с горячим шоколадом, с настоящим горячим шоколадом. И здесь мы ждем своего покупателя семьями, и бабушка, и дедушка, и молодой человек с девушкой. И я думаю, что это теплое место принесет радость всем сегодня покупателям. Заходя внутрь, сразу попадаешь в кофейню. Конфеты ручной работы – изюминка заведения. Они изготовлены из натуральных ингредиентов, и попробовать их можно только здесь. В обычных магазинах такого не найдешь. Так же, как и горячий шоколад. Он здесь двух видов – молочный и горький. Напиток покоряет густым, насыщенным вкусом. Также в кофейне большой выбор кофе и чая. За уютными столиками может расположиться 19 человек. Проходя дальше, попадаешь в торговый зал. Он работает в формате самообслуживания. Полный ассортимент, все то, что выпускает фабрика «Коммунарка», все будет представлено в нашем магазине. Более 350 видов кондитерских изделий, шоколадные конфеты, карамель, изделия ручной работы. Это вообще изюминка фабрики, эта продукция изготавливается вручную. Маленькое количество людей, небольшой цех делает эксклюзивную продукцию только для фирменных магазинов. В магазине можно найти всю линейку продукции фабрики «Коммунарка» – от карамели до подарочных коробок. К тому же здесь постоянно проходят скидки и акции. К слову, интерьер заведения выдержан в стиле модерн. Тут постарались передать дух начала 20 века. Первые посетители уже оценили уютную атмосферу и ассортимент. Во-первых, очень красиво. И я думаю, что это такое будет знаковое место в городе, куда будет всегда приятно прийти. И не одной, а желательно с подругой, с другом, с мужем, с детьми, с внуками. Я каждый день специально ходила на это место и проверяла. И вчера вечером пришла посмотреть и увидела, что сегодня открытие, и мы пришли. Замечательный ассортимент, вообще продукция, то, что она будет прям с кондитерской фабрики, это будет наисвежайшее. Люблю шоколад, чтобы был только свежий. Пришла с родителями, попробовала вафельное суфле. Буду приходить сюда очень часто. Открытие магазина кофейни приурочили ко дню всех влюбленных. Это идеальное место для романтического свидания. А сладости от фабрики «Коммунарка» сделают любую встречу незабываемой. Юлия Косила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.